Начнем с трагической новости. Сегодня в Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Там проходили ведомственные учения по защите арктической зоны. Как сообщает ТАСС, Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который в Норильске выбирал места для съемок своего нового документального фильма. Мельник слишком близко подошел к краю скалистого берега, поскользнулся и упал в воду. Министр, который находился рядом, бросился за ним, чтобы спасти, но тоже погиб. Евгению Зиничеву было 55 лет. У него остались жена, сын и 3 внука. Зиничев возглавил МЧС в 2018 году. Был награжден орденом за заслуги перед Отечеством. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким министра. Режиссер Александр Мельник, который погиб вместе с генералом Зиничевым, известен как автор фильмов «Территория» и «Новая земля». Он является лауреатом премии «Ника».